Продемонстрировать профессиональные навыки, проявить находчивость, раскрыть свой творческий потенциал была возможностью участников областного этапа конкурса на лучшего инспектора пропаганды органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. 6 испытаний, серьезная конкуренция и строгий отбор стали возможностью попробовать свои силы и показать уровень профессионального мастерства. Конкурс «Лучший пропагандист» стал уже доброй традицией. И сегодня он собрал работников пропаганды из разных уголков Брестской области, активных, креативных, инициативных. Ребята продемонстрировали не только теоретические знания, но и практические навыки. Их работа – донести важную информацию до каждого так, чтобы и ребенок, и взрослый был предупрежден о возможной опасности, знал, как действовать при любых обстоятельствах, а самих чрезвычайных ситуаций и происшествий стало бы меньше. Конкурс – это не только возможность определить сильнейшего, но также узнать мнение приглашенных экспертов, проанализировать свои недочеты и обменяться опытом с коллегами. Участие в таких мероприятиях, областной конкурс – это возможность показать свои способности, показать уровень своей подготовки, поделиться опытом со своими товарищами, получить критические мнения, какие-то замечания, пожелания, чтобы совершенствовать свою деятельность, чтобы еще более качественно работать с своим регионом. Инспектор пропаганды должен быть очень коммуникабельным человеком. Ведь мы работаем со средствами массовой информации, обучаем все категории граждан, от маленьких до людей пожилого возраста. И важно вовлечь их в процесс обучения через игру безопасности. Такие мероприятия позволяют проявить себя, ну и обучиться чему-то новому. Помимо домашнего задания, необходимо было представить визитную карточку, инновационный проект, продемонстрировать ораторское мастерство, провести журналистское расследование и даже побывать в роли специального корреспондента. Победителем областного соревнования стал Артем Говорко, представитель Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Именно он представит Брестскую область на финальном республиканском этапе.